случайно? Серьезно? Я это сказал, я только это сказал! Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой новый видеоролик! В этом видеоролике я позвал Холдика, и мы с ним будем открывать эмулятор кейсов Standoff 2. И все, что с них будет падать, я буду покупать ему и сливать ему за одну голду. Ролик очень интересный, и если мы наберем в этом ролике 50 тысяч лайков, я буду открывать ему наймелис кейсы. Поэтому, парни, я очень старался, пожалуйста, поставьте лайк, не забывайте ролик до конца, и в этом ролике для вас будет бонус. С вами Дед, и приятного просмотра. Здравствуйте! О, наш любимый Холдик, который пришел к нам в Standoff 2. Кстати, ребята, у Холдика очень даже неплохо получается. На стримы захожу, кстати, на твои каждый, брат. Да? Не пропускайте, и ссылочка будет в описании сразу, сразу автоматом, спасибо. Ссылку в описании, да, тебе оставляем. Короче, брат, что я тебя позвал в этот ролик? Смотри, у меня есть эмулятор кейсов Standoff 2. У меня здесь 21 500 голды. Целый день смотрел рекламу, короче, понял? Чтобы нафармить здесь голдишки. И мы сейчас с тобой будем открывать здесь кейсы. И все, что выпадет в этих кейсах, я буду тебе дарить. На халяву? На халяву. И что, прокачка? Прокачка Холдика получается? Прокачка Холдика получается? На халяву, пацаны? Я, кстати, готов. Я только прокачивал подписчика, меня еще никто не прокачивал. И мне нравится. О, я тоже недавно прокачал подписчика, короче, из StandFail. Поэтому, ребята, чтобы попасть в прокачку к Деду, ну и, наверное, Холдику, да? Ты где ты берешь подписчиков на прокачку? В Телеграме. Дед берет прокачку в Дискорд-сервере, если что, подписывайтесь обязательно через Эвриван, и в Телеграме. Следующая прокачка будет в Телеграме. У меня просто была, понял, в Дискорд-сервере, короче, мы вырули пацана на 4 косаря, как качнули его, короче, поэтому, ребята, подписываемся на мой Телеграм, на Телеграм Холдика, на его канале, там по-любому есть ссылочки, я все это оставлю, и погнали, посмотрим, что у нас с Холдиком получится открыть в этом ролике. Приятного просмотра, погнали. Кстати, ребята, на DigiStandoff залетела новая обнова в стиле киберпанк. Битва с Digitron'ом предстоит непростая, но награда будет достойная. Открывай киберкейсы, лутай токены и получай за них оружие. Наноси одноглазому как можно больше урона и лутай голдишку. А также, ребята, не забывайте про халявный промокод на кейс Ребекка. Открывай и лутай его бесплатно. И еще этот промокод даст тебе 35% к пополнению. И, конечно же, барабан бонусов. Если что, он в закрепленном комментарии. И не забывай, что каждый твой рубль дает тебе специальные кредиты, где ты можешь их обменивать на топовые скинчики. Плюс ко всему, ты можешь присоединиться к отряду братства хакеров. Ты претендуешь на фонд в миллион голды. Скорее беги на GG и засани, что они там натворили. Не забывай, что у них поддержка работает 24/7 и поможет тебе с любым вопросом. Так. Ну чё, брат, выбирай, короче, кейсы. Здесь очень много кейсов, то есть смотри, к примеру, объясняю. Мы покупаем с тобой за 25 тысяч наймелис кейс, да? В нем может упасть релик, лезер, генезис, стрижгат. Брат, мы это покупать не будем, ты это самое. Я специально 21 500 нафармил, чтобы... Ну чё, ну давай наберем 50 тысяч лайков, и ты мне купишь такой кейс. Окей, парни, 50 тысяч лайков, и я реально куплю кейс, наймелис кейс. Открою его Холдику. Пойду и... поставлю, брат, с 5 аккаунтов лайк. Да, все, вот так же делайте. И, не, я серьезно, я сейчас не шучу, 50 тысяч лайков. Я просто знаю, что это будет очень долго, я уже там... Ну, слушай, сейчас на зло тебя поставят, увидишь. Да, не говори, как специально. Брат, ну погнали, че, что будем покупать? Так. Выбирай. А, получается, это... О, смотри, можно Dragon Rise кейс? Тут, смотри, ножи есть. Ну давай. Дигл, если... Не, давай. Я этот кейс, кстати, в игре не видел, поэтому... Давай, один я, один ты откроем. Окей, два кейсика купили. Так, как? Что здесь еще? О, есть Пандора. Пандора с голд пасса. Да, звучит хайпово. Пимба? Да, кстати, тоже, ну, открой плюс кейсик еще разочек, я хоть посмотрю. Ну, смотри. Тут перчаточки. О, есть, перчаточки прикольные, да, якер прикольный. Да. Давай, закупаем. Покупаем два штуки тоже, хорошо. Так, что здесь у нас еще есть? Ну смотри, есть еще голдпасный кейс Legends коллекция. Здесь кукри ножи есть. Тоже, в принципе, имбово может что-то. Давай, мясо буду им разделать. Тоже, да? Тоже два покупаем. Офигеть, уже 6 кейсов сходим. А ну, компетитив хочу, компетитив. Я знаю, там классный скин. Да, очень. Да фигня здесь вообще, да ну. Не, давай. Ладно, что, дорогие, да? Ну если нож, то, конечно, он дорогой. Он подороже будет кукри, там 1000 голды будет стоить. А шанс хороший на выпадение? Слушай, я никогда не открывал здесь кейсы. Блин, я, кстати, не скажу тебе на самом деле. Ребят, кто в курсе, напишите. Здесь нету, понял, вот как в Standoff'е. Прикол. Вот в Standoff'е здесь есть такая штучка, понял, нажимаешь, там показывает, что какая, типа, рарка там столько-то процентов, там аркана столько-то. Здесь такого нет. Не скажу тебе, брат.
Не буду тебя обманывать, так сказать. Что еще так, у нас есть? О, ну, это, ну, это фигня кейс, здесь типа фигня, да, такая, да, вообще очень мало лажа. Всего. Так, Fire, Fireboard, что здесь? Слушай, это я тебе не смогу брать. А, да, это же Battle Pass. Да, он еще не вышел, дед знает, когда выйдет на рынок, так что, если что, стримы не пропускайте. Но, сказать в ролике не могу. Нормально, спойлер. Так, Dragon Rise, мы уже купили с тобой Dragon Rise, подожди-ка. Legends купили, Pandora купили, Revival. Че, перчаточки? Ну слушай, нормально. Че? Че, нет? Пробуем, давай, да? Купим, давай, чё, купим. Нет, да. Конечно. Конечно, когда голда не твоя, почему будем купить, да, братан? Конечно, бери все. Да, холдик сразу, да покупай, что ты паришь, задавай. Винтерфан. А че там Винтерфан? Тут фигня какая-то. Винтерфан. Какой Винтерфан? Слева. Где ты увидел? Вот он. Лево, вот он, да. Так, что там? Ну, в принципе, можно взять. Ой, там мемочка есть моя любимая. Слушай, я думаю, достаточно 12 кейсов, мы устанем тебе сливать сейчас это. Че, эмочка, 50 косарей, готов 50 косарей раскошелись? У меня 15 тысяч на балансе. Придется задонатить, раз позвал. Подожди, а сколько у меня на киви денег? А, много денег. Ладно, все, посмотрим. Работаем. Так, окей, выбирай, с какой коллекции мы с тобой начнем. Да с верхней. Винтерфан, вот его последним купили, с него и начнем. А ну, нажми, пропусти мне эмочку, пожалуйста. А тут так не работает, понял? Понял. Ребяточки, вот сейчас напрягитесь все, поставьте все сейчас балакосику, чтобы выпала именно эмочка, чтобы, ну, на полтосик сразу. Я серьезно, я повторюсь еще раз, если реально 50 тысяч лайков, мы открываем холдику Namelis. Блин, ну это прям, ну, я прям хочу, жесть. У меня Namelis коллекции вообще еще ничего нет. Меня еще никто так... Ты мой папик. Короче, завтра в Ангую выходит ролик на канале, и у холдика в Телеграме реклама ролика. Парни, пожалуйста, 50 тысяч, добейте деда. Да. Так, брат, смотри, ты пробустил эмку, я пробустил три рарки. Понял. Ну, понятно, что, кто присед. Давай посмотрим, что тебе выпадет. О, слушай, эпик. Опа, а это что-то прикольное, нет? Я не знаю расценок. А мы не можем, давай, да, проверить. Давай мы два откроем, короче. Не, давай. Вернемся и посмотрим, типа, что стоит, и будем тебе на аккаунт. Ну давай. Давай. Так, ребята, так, пока мимо. Пока мимо. Ну давай нож тебе прогущу. Ладно, вот так вот ножить подожимаем. Ну да, без ножа. Все, ты готов, брат? Я готов. Все. Я готов. Открываем. Давай. 3, 2. Что-то битбокс от деда. Подкрутка. Я в тот раз рарки бустил, упал эпик. Пробустил аркан, повезло, упал пронесло раз. Пока, пронесло. Но есть еще кейсы, можно, не расслабляйся. Можно будет, знаешь, как делать? Можно будет, да. Знаешь, как делать? Чтобы, да, допустим, не париться нам с тобой, не сливать вот это. Я просто возьму, ребят, и солью это за 0.3 на рынке. Вот реально куплю и солью. Без проблем. Не, ну реально, ну, да, знаешь, если мне кейсы не, да, нужны, то, ну, типа, что не отдать подписчикам, да, правильно? Ну. Типа, если аркана, окей, холдику, если рарка, ладно, подписчикам. Ну, посмотря какая. У меня просто некоторые есть. Смотря какая, да? Я же уже тут не новенький. Так, ты очень-очень сильно, тебе нравился вот этот кейс компетитив. Да. А чё тут? Блин, а тут прям... Тут прям может нормально сейчас упасть. Бабочка, М4, АКР, ну нормально они стоят на самом, ну, давай, деле. Давай, попробуем. Этот компетив у нас в игре, ну, года 2, по-моему, висел, короче, понял, его не убирали. Потом бах, убрали, и он на рынок вышел, вообще все в шоке были. Я все-таки жду. Скин этот зачетный. Да, ты видел сейчас новые шилдики 6 ярс вышли? Нет. Даже не видел, холдик, понимаете? Вот так за игрой покажите, вот покажите. Это понятно. Блин, ну сейчас, давай покажу тебе, хорошо. Сейчас, секунду. Вот, смотри, я зашел на свой аккаунт. Правда, я купил этот дигл, я сразу говорю, я не багал. Сейчас очень многие багают, короче, понял, типа, эту фигню. Ты видел, что их, да, а как, да, вы это, да, делаете? Видишь? Короче, я не знаю, это, я не буду это говорить, а то мне еще этот самый забанят аккаунт, короче, там как-то багают, что-то делать, неважно. Ребята, запомните, никогда не багайте предметы Standoff 2. Не багаюсь не, потому что ваш аккаунт отлетит, елки-палки. Вот в чем прикол компетив пака, я говорил, что я думаю, что выпадет вот такая, то есть понял, выйдет скоро акция, да, вот здесь вот, типа 6 ерс коллекции вот это, мне так кажется. Не знаю, точно это или нет. Подожди, блин, камон, мы так не пропустили! Понятно, все подстроено было. Ладно, брат, это деда косяк, так и будь хорошо. Да ладно, ладно, нормально. Да я уже купил. Ладно, давай, что бустим, говорим. Я пошутил. Так, ну что бустим? А ну, нож открой.
Ну вот. Порядочный нож. И все, да? Ну, М-ка тоже порядочная. М-очка у меня. Вот это, да. Вот это три, тут три предмета, они все топовые. Вот это Т-пик и рамка, ну такое типа. Тек-9. Да, почти АКР. Ну, хочешь прикол? Он у меня есть, он у меня есть. А, есть, да? Значит, он внутри, да, сольем? Да, 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 да. Ну, слушай, брат, у нас еще один есть. У нас, получается, три кейса вышло, поэтому мы сейчас третий откроем с тобой. Че, открываем? Давай. Может, не будем бустить? Не, давай открывать, да, рандомно. Я думаю, ты сейчас наоборот запутаешь его, мне кажется. Да-да-да, смотри, сколько АКРов пролетело. АКР пролетело. Смотри, как это работает. Блин, пацаны, эмулятор кейсов прям вот точно эмулятор, прям как стендов. Прям одинаково все падает. Вот, знаешь, как в стендове, шансы одинаковые, да. Надо было не спрашивать про шансы, да. Надо было, да, не спрашивать. Так, а где третий? А, мы три открыли, блин! Три. Прикол. А ты, я же один случайно, один купил. Да, я понял, я понял. Ну, норм, норм, окей, окей, зато будет Phase 7. Че, какую коррекцию хочешь? Смотри, у нас осталось два Legends, два Projects, два Dragon Rise. Ну, с верхнего. С верхнего, да? Да, да. Так, что тут у нас есть? Перчаточки. О, ну перчатки. Если упадут перчатки, они будут стоить нормально. Вот этот юз по сестатреку упадет, брат, это минус 11 тысяч голды у меня на ну давай. Вернешь мне потом. Давай. Давай так, если 50 тысяч лайков набираем, Немелис кейс открываем, но все скины мне возвращаешь, понял? Базару нет. Будем ПВПшиться на скины. Так. Боже, перчатки пролетели, елки-палки. Повезло тебе пока, повезло. Да, Юмпик. спасибо, что мне повезло. Кстати, да, сам себя не хвалю, надо же самому себя хвалить, блин. Так, ну что, еще один ревел кейс. Давай пробустим чисто все перчатки. Ой, перчатки. А какие тебе перчатки больше всего здесь нравятся? Ну, блин, нравятся фиолетовые, они у меня есть. А какие там еще есть? Это какие, вот эти вот фиолетовые, да. Геометрики? Мне их слил подписчик. Ну, еще вот такие есть тут, ретро вейв, тоже фиолетовые. А все прикольные. Блин, мне нравится Аутум, а почему? Потому что когда Керабит Голд с Аутум, это вообще красота. Да. Прям... О, кстати, парни, напишите в комментарии, какие перчатки вам нравятся. И в этом ролике давайте перчатки разыграем. Каких больше всего напишут, подписчику подарим. Реально. Ты, нормальная идея, слушай. О, давай вот эти геометрики подарим. Все, парни. Короче, лайк, подписка на меня, подписка на Холдика, комментарий, и мы вам подарим эти перчатки. Имба. Я участвую. Все, я жду тоже комментарий. Все, поехали. Ты готов? Да, ну давай, Аутум, давай, я их загадал. Поехали. Нифига ты загадал, самые дорогие. Они дорогие? Фу, почти М4. Но, кстати, статрековская М4, по-моему, нормально стоит. Блин, ну в симуляторе, походу, тоже шансы такие, как в игре. Думал, тут будет прям насыпать. Подожди, так мы смотри, сколько открыли, уже пошли какие-то эпики, рарки, ну, уже да, закончились, да, да, еще да, 6 кейсов. Да, да. У нас еще 6 кейсов. Брат, что, какой кейс, как думаешь? Слушай, давай Пандору. Я чувствую, там что-то сейчас будет. Прям. Пандору? Ну, здесь тоже есть перчатки. Знаю. Я, короче, на стриме с подписчиками 4 ночи не спал, ждал, когда на рынок выйдет. Тут в чем суть? Когда только на рынок выходит, понял, если ты самый первый залетаешь, то ты успеваешь дорого продать. Или купить, потому что движуха там все сливают, покупают, сливают. В общем, мы окупились нормально. Единственное, что я не угадал, с этими перчатками они что-то прям сильно дешевые. А так вообще имба, мне коллекция нравится. Да. Типа АКР имба. Мне нравятся вот эти перчаточки имба. У меня они есть, я их уже прикупил. У тебя сколько перчаток? У тебя уже вторая пара. Ну, у меня с батл пасика там штуки 3, и так я уже 3, наверное, тоже. Короче, печаточек 6 у меня уже. А, ну имба. А что, батл пас еще не весь купил? Не, еще не весь. А, ну понял. Ну что, брат, давай. Ну давай. Удачи, чтобы тебе выпало хоть раз аркана в этом ролике. О, перчатки пролетели. Подожди. Чуть-чуть. Рарка, дигли. Слушай, ну прикольный диглик, прикольный. Смотри, какая зеленая коллекция у меня получается. Ага. Знаешь, что давай сделаем? У меня, короче, есть идея. А ну. Если этот ролик наберет 10 тысяч лайков, мы с тобой запишем вторую часть и купим, понял, подороже кейсы. Допустим, Z9 за косарь. Тут уже могут прям, ну, нормально упасть, понял? А, они еще или, и дороже. Или, к примеру, мы с тобой Туер скупим, понял? Здесь вообще это, ну, 7-8 тысяч. Опа, а это там ты можешь прилипнуть нормально. Да, ну это 10 тысяч лайков, ребята. Мы запишем с Холдиком вторую часть. Блин. Я думаю, через недельки-две. Так, подожди, мы с тобой что открывали? Проект Пандоры. Ну да, да. Давайте пробущу каждую аркану. Вот прям каждую аркану пробущу. А то что это такое, блин? Я уже сам хочу, чтобы тебе что-нибудь выпало. А это надо реально всем лайк поставить и подписаться просто. Последний кто-то... Только это сказал! Я только это сказал! Понимаешь, это работает всегда! Всегда! Это всегда, пупсики, работает!
Брат, ну погнали, погнали тебе их сливать. Это надо тебе слить на аккаунт. Все, заходи на аккаунт, пошли сливать. Понеслась. И, короче, брат, все, я сейчас тебе буду их сливать. Смотри, я покупаю за 1179 голды эти перчатки. Так. Все. Твоя задача сейчас поставить закуп 1150.55. Поставь. Заказать 1150.55. Так, 1150 и... Точка 55. Так, есть. И что, нажимать заказать? Да, нажимай. Чик. Хоп. О, улетели за одну голду. Вот они. И помад. Это работает, ребят, это не скам. Все, парни, погнали. Погнали, брат, дальше открывать. У нас еще там нормальный кейс. Короче, брат, перчатки ты получил. У нас еще 3 кейса. А нет, 4. Я что-то случайно нажал. Ну давай уже. Dragon Rise, раз я нажал. Давай. Брат, ну сейчас ты еще нож залутаешь. Я вообще офигею к перчаткам. Давай, ладно. Мне не жалко, брат. Я тебе пробущу каждый нож в этом кейсе. Реально. Если он упадет, мы тебе его сливаем. Погнали. Имбулечка, погнали. Имбулечка летит, летит. Нифига ничего не прилетело. Ну, нормально, нормально, окей. Ну, знаешь, уже ролик интересный, знаешь, да, уже не зря, уже не зря пришел. Уже не зря пришел, перчатки за 1100 на халяву заработал. Блин, надо теперь собирать к ним комплект, да. Да, я предлагаю второй кейс, короче, особо не бустить, просто его нажать. Да, давай, чё бы нет. Все, ну просто нажмем, просто покрутится, просто повертится, и что навертится, накрутится. А, короче, тоже фигня, рарк упал. Окей, окей, окей. Так. Слушай, может нам еще каких-нибудь кейсов купить? О, подожди, New Year кейс. О, мы его не покупали, давай их еще два покупаем. Давай, чё бы нет. 510 стоит, имба. Так, ну погнали, короче, пока пооткрываем, значит, Legends. Легенс. Перчаткам кукри, да, вот имба. Ну, чё бы нет. А какие кукри? Это же зеленые. Подожди, ты какие зеленые перчатки? Да, зеленые. Ну там. Зелененькие, да? Да. Ага. Ну, к ним, я думаю, было бы вот это кукри прикольно. По привычке. Да. А может другое. Короче, ребят, напишите к зеленым перчаткам, какой подходит кукри. Вот. А мы сейчас попробуем у холодику выбить кукри. Погнали. Погнали, крутится, вертится. Чуть-чуть! Ну как чуть-чуть, еще один. Ну как чуть-чуть, нормально это было, да. Ну ничего, не беда. Хотя бы показал, да. У нас есть еще один. У нас есть еще один. А у тебя сейчас вообще какой нож в инвентаре? У меня, короче, М9, и у меня стилетто Viper, по-моему, да. Два ножа. Нифига! А какой у тебя М9, я не понял. Байонет. Я тут ему еще и кейс, оказывается, симулятор открываешь. Это я должен тебе, да, открывать? Да, нормальный там у холдика аккаунт, нифига себе. Ладно, хорошо. Давай откроем второй кейс, посмотрим, что сейчас еще тебе дробится. Да ну-ка! Куда ж ты, родненький, улетел? Это было рядом, это было рядом. Ну ладно, одна аркана, брат, у тебя уже есть. Ну да. Осталось два кейса. Упала куча рарок. Короче, ребят, я не знаю, падает, я думаю, так же, как в стендов 2. Здесь серьезно, одинаково. Что в стендове рарки, что, короче, здесь рарки. Окей. О, у нас тут есть эти контейнеры. Ну, подожди, прикинь аркану. Ага. Это еще из новой коллекции. Ага, ага, конечно. Уже. Откуда они еще появляются? Из бокса. А что, ты открываешь бокс, появляется бокс? Походу, да. Слушай, очень прикольно. Мне нравится. Появляются боксы, пока не выбьешь аркаду, и все. Сидишь просто боксы фармишь, открываешь бесконечно. Я готов ждать. Нет, ничего не упало. Ничего. Знаешь, с бокса выбить рарку для меня это счастье. Вот в стендоффе. Очень многие подписчики пишут там, я выбил там типа с бокса то-то-то, смотри, вот фейбл, да? А-а-а. Я убивал гитаркану, типа это вообще жесть. Это настолько редко. У меня брат УП-90 упал, короче, с бокса. Я такой думаю, да ну нафиг. А у меня еще такая реакция была, о-о, аркана. Знаешь, что типа простенько. Я бы волосы на жопе порвал себе на стриме, где-нибудь в ролике упало. Не, ну да, с бокса это, конечно, сильно. Тут, блин, с кейса не всегда падает. Я готов. О, что будет, если сейчас упадет Blizzard, смотри. Что будет? Ой, что будет? Ой, что будет? Да, это будет 5-6 тысяч голды, короче. Не знаю, сколько сейчас MP7 стоит, по-моему, 1005 он стоит. Если еще статрековский, вообще забей. Что бы ты хотел из этого кейса? Отлично. Ну, я бы хотел, конечно, наверное, керамбитик какой-то, слушай, ну а что бы нет. Керамбитик? Да. Ну, здесь Snow. Ну, и нормально. Здесь есть Керамбит Frozen, это тоже Керамбит Gold. Огнище. Есть еще вот такой керамбит? Да, любой. Любой керамбит холдер. Тут как бы мы не перебираем. Так, и что в итоге мы получим?
Чуем, ну эпическая, ну, эпичная. Не керамбит, ну неплохо. Ну, почти, не керамбит, ну почти неплохо. Керамбит, да? Почти керамбит, парни, ну потому что лайков мало поставили. Ну-ка сейчас еще лайков залетите, 100%, я в прошлом кейсе сказал, как только лайк, подписка залетает, сразу что-то, и так и давай, будет. Давай еще раз скажи. Ну давай. Ребят, что тут самое дорогое? Тут все дорогое. Понял, ребят, ну вы знаете, засыпайте сейчас. Лайк, подписочка. Let's go get it. Давай. Я офигею, если реально будет аркана, братан. Я тебе серьезно, я прям упаду здесь. Блин, ну кстати, Iron Will не подходит. Я слов. Так, у нас еще 17 тысяч голды. Ну давай бонусом. О, кстати, за 9 не открывали. Можно. О, мы же не открывали за 9? Нет. Давай их тоже 2 откроем. По-моему. Нифига, они стоят по косарю, еба. Слушай, ну я не знаю, я прям сегодня щедрый, я прям тебе... Брат, вот это стоит 50 тысяч, 100 трековская. 50 тысяч? Если что, да. Вот это стоит 100 тысяч, 100 трековская. Ну, если что, просто. Да, вот это стоит 20 тысяч, 100 трековская. Вот так. Это стоит 15 тысяч. Почему мы этот кейс сразу не купили, я не понял. А я забыл, я вспомнил. Все, это за то, что ты столько лайков попросил. Надо открыть. С этого как надо было начинать. Ну давай начнем, хорошо, готов? Я готов. Давай, поехали. Let's go. Так. Брат, если упадет, я конечно сразу, я просто канал удалю, наверное. Опача, а карбоновый мне такой подписчик дарил через промокодик. Да? Да. Ну фигня, это мало стоит, но же не 100 треков. Не, ну да, надо дашь подписчикам. Типа, да. Можно будет прям, знаешь, я что сделаю? Я, короче, на стриме зайду в эмулятор, прям при всех, ребят, на стриме, не пропускать. И прям каждый скин солью за 0.3, а подписчики будут на стриме ловить. Имба. Кроме перчаток, перчатки не считаются. Да, перчатки у меня уже, все. На, ребят, в очередь. Так, ну, остался еще вот этот, давай откроем. Давай. Ну-ка. Так, что-то... Ой, розовеет там реактор. И что, он дорогой, не? Рядом? Я не знаю, давай посмотрим, давай. Я не знаю. Подожди. Прикинь, он сейчас 1020. Я-то не разбираюсь, да. Знаешь, что давай сделаем? Смотри, на самом деле попадало много чего. Я предлагаю, сейчас тебе куплю нож. Давай рандомный, какой скажет Сири, и тебе его солью. Потому что, ребят, ну упало много скинов, я думаю, там на нож должно хватить. Серьезно? Ты мне нож просто будешь... Слушай, ну чаще зови в гости, ребят. Я думаю, надо залетать почаще. Коль такая раздача. Так, откуда нож я могу? Загадай число. 5. Брат, ну ты сам загадал, я тебя не заставлял. Все, ставь запрос. Ну ладно, буду рыбу чистить. Ставь запрос, брат. Иду. Короче... Ставь запрос 699.90. Рынок, фильтр, ножи. Скорпион. Да, ножи, скорпион, все. Я вниз отфильтрую с дешевого просто. Я что, реально самый дешевый попал? Ну, да, прикинь, почти. Ну, фарт, да, фартовый. Так, за сколько тут ставить? 711.11, ставь. .11, есть. Заказал. Хоп. Слил, холдик получил. Домой. Какой? А, мы не посмотрели, сколько стоит MP5. То есть за 9. Блин, офигеть. Подожди, сколько? Мне как голду дают, офигеть, ютуберы. Короче, он фигню стоит 100 голды. Ну, считай, а, ну получить. Понятно. Братан, короче, мы с тобой ждем 50 тысяч лайков, я тебе открываю на Мерис Кейс. Или это мы с тобой ждем 10 тысяч лайков. Да. Или, ребят, 10 тысяч лайков и снимаем вторую часть, братан. Тебе понравилось? Мне очень понравилось. Слушай, кому что? Может не нравится инвентарь пополнять? Я думаю, всем. Подписчики, вам нравится, когда вам прокачивать аккаунт? Нравится. Покажи лайк. Поэтому, ребята, да. С вами был Дед, с Дедом был Холдик. Всем спасибо за просмотр и... Всем удачечки. Пока, ребяточки. Пока. Увидимся в следующей серии.